Привет всем, ребят. Скажу так, что я сам с Киева. Ситуация с девками была не очень. Хотя внешка, ну, реально хорошая. Но я привык себя дрочить. Я привык именно хуёво к себе относиться. И, собственно, рост девок, ну, роста по качеству девок у меня не было. Плюс мало я знакомился. Было стрёмно подходить, реально. Ну, как и всем, в принципе, реально. Ситуация у вас, пацаны, такая же, как и у меня, блядь. Блять, 100% нахуй. Просто это все в голове, блядь. Неважно, какая внешность, неважно, нихуя, блядь. Главное, все же в голове. Пацаны, тренинг реально меняет, блядь. Сегодня на 4-й день уже, блядь, общаешься и с бисексуалками. Берешь номера у секс-консультантов. Ток. Короче, просто кайфуешь от общения. Подходишь, девка такая или молчит, или еще что-то. Думаешь, а нахуй мне такая девка, блядь? Развернулся. Ай, дура, блядь, пошла нахуй. Все, подошел к другой, о, нормальная реакция, что-то пообщался, нравится, не нравится. И уже выбираешь, если не нравится, как бы, ну, слушай, ну, давай, типа, пока я пойду. А если нравится, уже, ну, проявляешь настойчивость. Как бы проходит эта хуйня, то, что ты зацикливаешься на одной девке. Вот если я раньше, допустим, с какой-то познакомился, блядь, я там думаю, не неделю, нахуй, что, когда звонить, что делать, и то, ну, не факт, что все получится, она ж ничего не обязана делать, правильно? А ну теперь, то есть ты подошел, как бы на автомате, подходишь, вот сегодня собираю отказы. Подошел, пятый отказ там, подошел, шестой, смотришь, ушла, ну как я смотрю, ушла в этот переулок. Это что-то остановился, бля, остановился на том, что, ну, я туплю, что надо идти, развернулся, хоп, номер, и девка реально классная. Потом секс-консультантшей, просто смотрю, девка реально офигенная, я бы никогда в жизни к ней бы не подошел просто до этого, бля. А так я делал задание, подхожу, блин, нормальная реакция, и все, я уже, ну, продвинул разговор, так скажем, пообщались, все круто, то есть, ну, ребят, если кто очкует, блядь, записывайтесь, это стоит своих бабок, блядь, главное тут приезжайте и ебашьте, блядь. Я себя вчера жалел, позавчера жалел, вот эту хуйню надо убирать, блядь, надо просто брать и ебашить, все, что тут вам говорят тренера, надо все делать, надо, блядь, постоянно возле них тусоваться, блядь, максимально спрашивайте. Узнавайте, подходите к тренерам, они вам все объяснят, серьезно, ребят. Все, всем пока, короче, приезжайте, блядь, все нахуй, все, блядь.